Всем доброе утро. Дядь Вова с Ваней снимают рецепт. Будут готовить курочку на огне. А я тем временем играю с Ванюшей. Он меня там ждет, зовет. Так, Анютка, телефон. И идем. Почему? Что там делаешь? Как... Домик показывает, какой красивый сейчас домик у него. А что, будем, сынок, играть? Читать? Да, давай. Что давай будем делать? Чего будем делать? Во что поиграем? Убежал. Вот, у нас вообще есть набор «Управляем эмоциями». Вот коробка. В общем, здесь есть зайчик Робби, кролик, и в нем много разных, ну как много, ну разные эмоции. Такие как грусть, злость, радость, страх и любовь. И каждая к этой игрушечке еще и книжечка есть. Там еще игры есть, но самое вот такое вот, это вот это. Я вот у него спрашиваю: сыночек, как ты себя чувствуешь? Какие у тебя сейчас чувства? И он положил радость и любовь, а потом сказал, что нужно все туда положить. И мы чуть-чуть порвали, потому что рассчитано на одну игрушечку. Он положил две. Ну, в общем, там... Ну, вот у нас еще говорящая книга. Там есть целая тетрадь. Вот. И здесь написаны различные игры, и как вообще книга для родителей. Мне нужно на досуге это все дело прочесть, чтобы с ним играть. Потому что тут я импровизирую, сама что-то придумываю. Потому что здесь в наборе еще есть карточки. И есть мини-подсказки родителям. А вот шпаргалка для родителей, там на детской площадке малыша забрали игрушку. И как, в общем, вести себя правильно, как помочь ребенку на детской площадке, опять же таки. Вот, когда ребенок требует что-то в магазине, это для мамы, сынок. И что еще? Вот смотри, какая открыточка. Что это? Это открытка. Тут смотри, что написано, давай прочитаем. Привет, меня зовут Корольчонок Робби. Это наклейки. Нет, это не наклейки. Тут еще есть вот такая вот огромная штука, типа плаката. Управляем эмоциями, игровое поле, парк. В это будем играть? Хорошо, давай. То, что мне нужно разобраться с этим игровым полем и играть с Ванюшкой. Что классный такой наборчик. Единственное, что я не оставляю все это прям в открытом доступе, потому что, ну, это все разнесется. И вот эти вот книжечки тоже классно тут, ну, про все эмоции. Ну, классный набор, очень мне понравился. Все, уже улегся. У нас тут беспорядок. С самого-самого утра, когда он проснулся, с ним играла бабушка. Сейчас бабушка занята, я Анюту уложила. Анютка спит, поэтому я могу целиком и полностью... Давай это. Вот это? Вот. Будем собирать транспорт? И пазлики? И потом это. А потом стрелочки? Хорошо. Вот, кстати, Анюта спит в своей кроватке. Покушала. У нас он... Как раз вы видите время, 15:11. Собираем. Сынок, Ванюшка, ты куда там ускакал? В спасатели. А, ты спасатели выбираешь? А что еще тебе не хватает? Полиция. Полиция, да, давай. Где вторая половина полиции? Внимательно посмотри, молодец. Мне надо почать, чтобы я не буду. Там он у нас пожарная, скорая и полиция поехала. Мы перебазировались на улицу. Ванюшке очень нравится поливать, нажимать.
юный мой садовод. Поливает цветочки, сынок. Не дорогу, а цветочки. Вон там, туда. Да, вон те. Поливай. Молодец. Такой довольный. То, что у него получается, потому что в прошлом году у него не получалось. А в этом году... Умничка! На меня только не надо, сынок, а то я буду мокрая и заболею. Цветочки нужно поливать, траву, цветы. И мячик. Ну, можешь еще и намочить и мячик. И папу. Не, не надо папу мочить. Не-не, сынок, только растения нужно поливать. Да, вот. Вот умничка. Молодец. Шланг длинный. Хватит тебе. Молодец. Красота. Да, сынок? Нравится тебе? Молодец. Вот умничка. Аккуратно. Там у нас съемки идут. Тетёля Львова Ваня снимает. Сегодня хоть и пасмурно, небо такое затянутое. Небо пасмурное, да? Но все равно тепло на улице, да, сынок? Не, на небо, оно не достанет до неба. Катюшка себе, смотрите, что сделала с Ванюшкой. Чаёк, сок апельсиновый, да? Бутербродики. С паштетиком. Идут. Похоже, Ванюшка себя тоже не очень чувствует, потому что что-то лежит. Не было еда. Ты будешь бутербродики? Ну да. Почти там. И сок. Ты говорила, да, что ты себя не очень чувствуешь? Воды хочешь? Принести воды тоже? Сейчас принесу. Короче, Катя чуть-чуть подпростыла, похоже. Ага, что-то голос пропадает, и нос забился. Я вообще в общем состоянии от кота. А? Что, сыночек? Лапка. Вавка? Вавка, да, чешется. И тут лапка. И тут вавка чешется, да. Сейчас я водичку принесу. Вы смотрите «Зверополис»? Да. Зверополис. Да, «Зверополис»? Классно. Ладно, я пошел с дедушкой там работать дальше, хорошо? Хорошо? Вот, кайфуйте, отдыхайте. Ребята, у нас наконец-таки дошли руки до этого помещения. Вот здесь стояло две бочки по 1500 литров. По две. По две? Маркировка на них. А, вот здесь, то есть у нас 4 куба воды стояло вот здесь. Вот нам такого количества воды не нужно, поэтому мы здесь поставим накопитель, скорее всего, маленький. Может быть, и вообще обойдемся без него. И у нас появится такое вот свободное помещение. И мы здесь приберемся, сделаем, наведем порядочек. Здесь очень пахнет сыростью, потому что бочки, похоже, протекали понемногу. Вот тут мокрое пятно, оно уже давно появилось. И вон там, вот видите, тоже все сырое. Либо это попадал с грунтом с улицы. Или не знаю. Ну, вот это, естественно, мы пока все это... Мы их уже нарезали, вот они лежат. Вот здесь у нас стоит гидрофор, который создает давление в доме. Сейчас у нас подключено все напрямую, и давление очень слабое. То есть, если ты где-нибудь воду включил, там, если стиралка работает, то на втором этаже уже почти там кран открываешь, воды нет. Поэтому как бы нужно как-то усилять давление, потому что в системе оно очень... Ой, в системе водопровода там 2 где-то выдает. 2 атмосферы, да? Как они там измеряются? 2 килограмма.
Вот, так что сейчас будем это все делать. И здесь, смотрите, ребята, у нас вода на дом подключена шлангом. А раньше была труба. Они, видать, у них была утечка или что-то, они это дело отсоединили и подключили уже шлангом. Ну, конечно, здесь очень грязно. Нужно это все наводить порядочек, чистить. Какой молодец! Красавица проснулась, гуляет. Уже совсем скоро снова спать, совсем скоро. В окно засмотрелась. В окошечко, да? Ты засмотрелась в окошечко? Да. Вот. Какая умничка моя. В окошечко смотрит. Пока братик играет, да? Многие спрашивают, почему я не показываю Аню. Потому что она спит. Чего? Она то и дело спит и кушает вот. Иногда вот гуляет. Чего, мама? Я рассказываю подписчикам, почему Аню-то не показываю. Просто она спит, скажи, сынок, она всегда спит. Да? Да. А почему она все время спит, сыночка? Она маленькая. Она маленькая. Да, дочь? Да. Скажи, я еще просто маленькая. Эти карточки помогают. У нас уже время ложиться спать. Да, сыночек? Да. Время спать. У нас Анюта там тоже засыпает. Так. Почему спать? Будем спать. Почему спать? Потому что уже ночь, сынок. Это теперь твоя любимая книжечка? Да. Да? Постоянно читаем эту книгу теперь. У меня теперь есть сестренка, и здесь малышку тоже зовут где Анна. Дядя? Анна, так что мы и днем, и вечером, и ночью вообще постоянно. Я вот думаю купить другие серии этих книг, я думаю, они тоже. Хочешь вот такие вот книжечки? Да. Да? У нас нету. Okay. Да, у нас пока нету, но я могу спросить, может быть, в нашем русском этом есть магазине, где мы эту покупали. Ну что, выключаем свет? Хорошо, это... что у нас есть? Ой, выключай. Ой, темно. О, и Пума пришла. Все, читаем? Да, это будет фонарик. Фонарик, да, сейчас. Вот он у меня с собой. Пока-пока.